Вино слаще шоколада, только грызть его не надо. Такие у нас странствующие герои, что ведьмака надо было вызывать. Спою. Раз, два, три. Эй. Пять, шесть, семь, восемь. Но. Латва не так быстро. Вижу, тебе нравится это место. Ой, хотела бы я остаться здесь навсегда. До свидания, Цири. Береги себя. Раз уж ты нас от бестии избавил, так может мне еще придатки вылечишь? Крикни при каком рыцаре бестии. А вот как венца тяпну.
Вперед, плотва! Плотва, не так быстро.
Вперед, плотва! Быстрее! Нехорошо. Утопцы лезут отсюда, лучше здесь все взорвать.
Пошла. Эй, миленькая, дверь. Кто нас, бедных людей, от этих головорезов защитит? Говнюк. Белый в... Мне кое-что нужно. Будь здоров.
Вперед, плотва! Кажись, у меня чесотка. Господин! Геральт! Мне нужен ведьмак. Бывай. Оставили, говоришь, купцов с голой жопой. А как бы это к ним прибиться? Пойдите к черту. А вы, ведьмак, нам должно быть с небес посланы. Сударь, у нас кругом кошмары.
Домовые, самовилы, змеи, мужики, летучие щуки. Может, на эту чудищу поохотятся? На щербатую кузнецову дочку, что ли? В общем-то... Хочешь посмотреть наш... Слышал, у вас были неприятности с Грифоном. Это мягко, сука, сказано. Он убил нескольких солдат к северу от Вронец. Люди пошли жаловаться к барону и уж так причитали, что тот даже награду положил тому, кто Грифона убьет. Очень кстати. Мне пара крон пригодится. Однако... Ведьмак есть ведьмак. Вот честная плата за честную работу. А их мечом и красным петухом покарали. Так что никто из сил живых не остался. А что с нами дальше будет? Геральт! Мне... Бывай. А их мечом и красным петухом покарали. Так что никто из села в живых не остался. Что с нами? Но пошла. Как тебя бароновы люди кнутом проучат, не будешь такой заносчивый. Занят я. Привет. Ну? Я слышал, здесь у вас завелось чудовище, которое вы зовете Кликотуном. Ну да, завелось. Коров таскает, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Бажуй, а он у его милости в охотниках служил, сказал, что с него хватит, и что он эту бестию прогонит. А-а-а. Взял топор и сел в засаду на Кликотуна. Взорвал со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. Самое время, чтобы этим Кликотуном занялся профессионал. Кто может рассказать о нем побольше? Может, Шимка? Это сын Бажуя, того, что сгинул. Только с ним тяжело будет разговаривать. Он еще по отцу не отгоревал. Понимаю. Да тут он! В моем... Может, пойдем помолимся с вечера?
Да что там? Самогон уж... Покажи. Будь здоров. Видно, что ты... Человек бывалый. Так скажи мне... Хватит ли бабу раз в неделю лупить? Или... Я уж говорил, у нас уже нету ничего. Посмотрим. А уж если что. Том. Ну ты как? Скажешь, где золотинка? Ты! Нехорошо. Эй, есть кто живой? Если да, можете выходить. Вы уже в безопасности. Ведьмак! Что тут случилось? Нильфгаардцы пришли. Грабили, искали золото, будто оно у нас когда-то было. Кто их перебил? Не вы же? А я-то и не знаю. Должно быть, те бестии, каких вы поубивали. На моей памяти это первый раз, когда гули пришли выручать деревню из беды. А выгляди, они заказы ведьмачьи начнут принимать. Что случилось, то и случилось. Чего ворошить? Вы что-то скрываете, я собираюсь узнать, что именно. Да нет тут ничего. Даже черные ничего не нашли. Не стой на пути. Это был неравный бой, у него не было шансов.
челюсти, способны раздавить панцирь. Его ударили о землю с большой силой. Внутреннее кровотечение. Запах крови еще сильный. Попробую пройти по нему. Там ничего нет. Следы ведут к этому дому. Что здесь случилось? А что тут должно было случиться? Опасность никуда не делась, и только я могу вас от нее избавить. А я почем знаю? Послушай, если ты мне все не расскажешь, вы все можете умереть, понятно? Ты готов взять на себя такой груз? Под деревней ходы. Ходы? Развалины эльфские. Мы оттуда выгребаем потихоньку всякие разности для новиградских купцов. И никто не думал, что оттуда что-то полезет. Раскопали мы одну каморку, а там спала бестия. Подпорки мы посворачивали, чтобы свод обвалился. Ну, должно быть, чудище не прихлопнули. Как выглядел этот монстр? Ну, под землей темно было, я не видел. Тогда как он убивал нельфгаардцев? Я сбежал, так что не рассматривал. Давай сюда ключ от двери. Ты хочешь туда войти? Нет, я пролью воск по бородке ключа и угадаю, кто сидит под землей. Ну давай. А теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Вы докопались до логова чудовища, засыпали вход, но нельфгаардцы откопали его заново, когда искали сокровища. Бестия убила черных и вернулась в логово. Вы хотели их похоронить, но трупный смрад приманил гулей. А потом появился я. Так все и было. Не иначе. Теперь я спущусь вниз. Если меня долго не будет, бегите. Заколачивать дверь гвоздями толку нет. Из туннелей наверняка есть другие выходы.